Завтра у эфиры «Беларусь-4» другая программа проекта под назвой «Больш, чем спорт». У гэтым выпуску чемпионки Европы и свету по веславанні на байдарках и каное Марина Литвинчук и Алена Ноздрова расскажут, як проходят сборы и с чего складается каждый тренировочный день, як яны ставятся до выразу, что веславанне не жаночы вид спорту, и як вернуться у великий спорт после нараджэння дзіцяці. «Больш, чем спорт» глядите у неделю 17 лютого на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20:30.